Так, мы в курортном городке Цагвери, то есть Цагвери по-грузински, где сейчас уже достаточно спокойно, потому что пожар уже практически потушили лесной на шестой день, слава богу. Здесь уже почти нет людей на площади, как это было несколько дней назад, когда вокруг горели горы. Вот все эти горы вокруг меня горели, было все охвачено пламенем. Сейчас погода тоже заметно испортилась, сильный ветер и, кажется, пойдет дождь. Вот если дождь настоящего пойдет, а нужен сейчас ливень, то в этом случае окончательно пожар будет побежден. Мы общались сейчас с пожарными из Азербайджана, между прочим, прекрасные специалисты, и они тоже подтвердили, что практически уже лесной пожар побежден, и в ближайшее время можно будет говорить о том, что операция прошла успешно. Ну, конечно же, очень большая территория лесного массива уничтожена. Вот за мной, вот, кстати, вот склон, который абсолютно не пострадал, к счастью, вот все было таким в этой округе еще неделю назад, до 20 августа, пока жители именно села Цагвери и Даба не заметили лесной пожар. Когда мы в первый раз сюда приехали, дней 5 назад, здесь еще было много отдыхающих, все, конечно же, были вот на этой центральной площади, которая за мной. Все переживали, нервничали. Сейчас, ну, отдыхающих стало поменьше, наверное, многие в своих домах, некоторые уехали, но все были одинаково возмущены и не скрывали своего сожаления и печали по поводу того, что вот эта красота вот так страшно горела на протяжении почти целой недели. 20 августа начался лесной пожар. Вот такая вот сейчас ситуация здесь. Слава богу, что все успокоилось. Работает штаб по управлению чрезвычайной ситуацией, которым руководит премьер-министр Георгий Пирикашвили. Здесь вместе с грузинскими пожарными работают и их коллеги из Азербайджана, Армении, Беларуси, Турции. Всего около 1500 человек заняты в этой операции. И сегодня еще на подмогу пришли подразделения вооруженных сил, подразделения Министерства обороны, около 1000 человек, которые будут заниматься уже ликвидацией последствий стихии. Необходима расчистка леса той территории, которая была уничтожена в результате почти недельного пожара.